Здравствуйте, в эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». В студии Анастасия Кладинова. Коротко о главных событиях прошедших дней. Начнем наше совещание. Сегодня обсудим ряд вопросов. Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Мы разделяем их боли, их переживания за своих детей. Люберчане собирают гуманитарную помощь для пострадавших в Курской области. У нас очень большая проблема. В Октябрьском прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. Управляющей компании поставлена четкая задача – изыскать резервы и погасить образовавшуюся задолженность. Почему в ЖК «Кореневский форт» проблемы с водоснабжением, узнаем в выпуске. А теперь подробнее о всех событиях. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Об итогах проделанной работы отчитались руководители силовых ведомств и структурных подразделений. Подробности далее. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Сегодня обсудим ряд вопросов. Подготовка к учебному году, как проходит ремонт на всех наших школьных, дошкольных учреждениях. В рамках программных мероприятий за счет средств бюджета округа, муниципальных образовательных организациях предусмотрены мероприятия, в том числе проведение наружных работ по благоустройству территорий, также ремонты внутренних помещений для их приведения в соответствии с нормами и требованиями СанПин. Стоит отметить, что ремонт кровли был приоритетным вопросом среди других ремонтных работ. Трендом последних нескольких лет является проект «Точка роста», позволяющий оснастить школы компьютерным и цифровым оборудованием для реализации программ естественно-научной технологической направленности. В 2024 году в этот проект вошли еще 4 школы. 4 новые школы, 4 новых детских садика, и работа по строительной части уже завершена. Финальная проходит такая шлифовка, это наполнение оборудованием. Это клининг, подготовка и передача коллектива этих объектов. И необходимо, еще раз повторяюсь, вопросы благоустройства, Наталья Николаевна, примыкание тротуаров, освещение, чтобы это все было подведено к учебным заведениям. Продолжение этой тематики, следующий доклад, это работа на уличной дорожной сети и подготовка к 1 сентября как раз социальных объектов. Александр Евгеньевич, пожалуйста. К началу учебного года проводятся работы по обеспечению безопасности на пешеходных переходах, прилегающих к образовательным учреждениям. Всего на улично-дорожной сети городского округа переходов 82. Из них на муниципальной сети 71, на региональной 11. В настоящее время в нормативное состояние приведено 54 подхода. До конца у нас пешеходные переходы у школьных образовательных учреждений, у дошкольных, когда будут? До 15 августа мы все работы закончим. После 15 августа на нашем также УГС расскажете о выполненных работах. Следующий доклад Толстикова Виктора Сергеевича о работе единой диспетчерской службы. За прошлую неделю в единую диспетчерскую службу поступило 4682 звонка и зарегистрировано 2136 обращений. В красной зоне у нас по-прежнему управляющая компания «Люпоправдом». 44% выполнения обращений в срок. Константин Михайлович, возьмите в ручном управлении Люпоправдом, пока переходят, заходят, 2 недели какой-то переход непонятный. Поэтому и красная зона. Доклад по работе нашей также управляющей компании ЛГЖТ доложит Башко Али Арбиевич. В 2024 году планируется отремонтировать 365 подъездов. Из них 105 подъездов по программе формирования современной комфортной городской среды и 260 подъездов за счет средств управляющей компании. Говоря о программе, она претерпела существенные изменения. Обязательными условиями стало выполнение работ по лакокрасочному покрытию в нескольких цветах. Входные двери выполняются по образцу со стеклом. Особое внимание уделяется работам по подготовке многоквартирных домов к отопительному зимнему периоду. Сейчас проводятся подготовительные мероприятия на общую сумму свыше 45 миллионов рублей, в число которых вошли восстановление герметичности трубопроводов, промывка внутренних сетей центрального отопления, восстановление теплового контура входной группы подъездов, теплоизоляция трубопровода центрального отопления, ремонт наружной водосточной системы, кровли, ремонт цоколей, отмостки. Для решения коммуникации с жителями было организовано почти 1000 чатов многоквартирных домов, в 98% которых жители сегодня общаются и обсуждают интересующие их вопросы. Самое главное, что серьезные изменения носят такой системный характер. Коллеги, у нас по повестке все вопросы. Есть у меня одна просьба у Ильи Александровича Рожникова. Илья, на следующем совещании подготовь доклад о дне города. Он у нас будет проходить 31 августа. Где, какие мероприятия будут проходить? Полный
расклад того, как будет проходить праздник на территории округа. Принято, Владимир Михайлович, все подготовлю. В округе вместе со всей страной собирают гуманитарную помощь для пострадавших от обстрела ВСУ Курской области. В общественную приемную «Единой России», где открыт пункт сбора, жители приносят одежду, продукты и лекарства. На месте работал наш корреспондент. Одними из первых вызвались помочь люберецкие предприниматели, депутаты, работники образовательных учреждений и представители спортивных федераций. Несут одежду, постельные принадлежности, антисептики, продукты. Все, что сейчас необходимо жителям Курской области. Реакция от родителей поступила незамедлительно. Мы очень много помогаем, работаем в одной команде в городе. Откликаемся всегда на просьбы, призывы депутатского корпуса, общественной палаты, органов профилактики по помощи семьям, особенно семьям, у которых есть дети. Работая с детьми, мы разделяем их боли, их переживания за своих детей. Собрали очень много одежды, детской одежды, новой обуви, подростковой одежды и даже взрослые. Мы сегодня с коллегами по депутатскому корпусу, как и многие другие, не смогли остаться в стороне и решили тоже принять участие в оказании гумпомощи жителям Курской области. Мы сегодня принесли, конечно же, воду, средства личной гигиены и продуктовые наборы. И еще многое, то, что нужно сегодня и необходимо именно сейчас. Пункт сбора гуманитарной помощи в общественной приемной «Единой России» на улице Кирова, 22, открыт с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Глава округа Владимир Волков совместно с профильными заместителями провел встречу с жителями в формате выездной администрации. На этот раз она прошла в Октябрьском. С какими вопросами обратились люберчане, узнали мои коллеги. Такие встречи проходят каждую неделю в поселках и микрорайонах городского округа Люберцы. В этот раз местом проведения стал актовый зал 54-й школы. Маргарита Петрухина проживает на Октябрьском проспекте в доме 47. В одной из квартир этого МКД проблемы с антисанитарией. У нас очень большая проблема. В нашем доме размножение тараканов. У нас есть неблагоприятная квартира, 39, антисанитария. Значит, люди на контакт с нами не выходят. Мы никак не можем до них достучаться. Своими силами, естественно, мы обрабатываем подъезд, у нас ловушки и все прочее. Значит, у них там полная антисанитария. Делать они ничего с этим не хотят. Квартира коммунальная и муниципальная. Сейчас мы оперативно в рамках муниципального контроля совместно с участковым и управляющей компанией выйдем на этот адрес. Первое, что мы сделаем, попытаемся попасть в эту квартиру с участием сотрудников полиции, провести там протравлю этих насекомых, так называемую дезинсекцию. И уже в дальнейшем с юристами будем прорабатывать вопрос о том, как нанимать эти жилых помещений, собственно говоря, содержать эти жилые помещения. Может быть, даже будет рассмотрен вопрос о выселении. На ряд вопросов ответил и глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Жители поселка Октябрьский интересуют строительство новых школ и детских садов. Школа будет на 1100 мест и садик на 200, и садик на 200 мест. Это будет один учебный кластер. Огромный. А строить почему начинаем? 1100 мест? 2100 мест обещали. Рассказываю. Рядом еще в Островца, которые присоединили, они с 1 января к нам переходят. Там еще школа на 1000 мест. С школы места просчитываем не просто вот мне так захотелось, а те запросы от родителей, та очередность, все это состыковывается, согласовывается с Министерством образования Московской области, и они утверждают количество. Также обсудили работу управляющих компаний, капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание дорог. Основную часть обращений удалось решить на месте. Все остальные вопросы внесли в протокол и взяли в работу. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Жители жилого комплекса «Кореневский форт» могут снова остаться без воды. Кто виноват в этой ситуации и почему ресурсоснабжающая организация хотела прибегнуть к крайним мерам, расскажет Богдан Колесников. Но сейчас у нас вода есть и холодная, и горячая. Светлана Шугарова здесь живет с 2015 года. За 10 лет перебои с водоснабжением случались. Но чтобы на несколько часов ограничивали подачу воды, впервые. Прибегнуть к понижению давления в системе пришлось из-за задолженности управляющей компании «Комфорт Жилсервис» перед Люберецким водоканалом. Если есть проблемы неоплаты или еще чего-то, каких-то недоразумений с управляющей компанией, должны решаться в правовом поле, а не так, чтобы страдали жители, которые коммуналку оплачивают. Ну, вот я непосредственно
ЖКС, у меня вообще нет задолженности. Управляющая компания «Комфорт Жилсервис» имеет большую задолженность перед Люберецким водоканалом за поставляемый нами ресурс. Каждый месяц долг растет. На 31.07 1 144 000. Были вынуждены осуществить кратковременное понижение давления в системе водоснабжения корпусов, которые обслуживает данная управляющая компания. Та задолженность, которая образовалась, это дебиторская задолженность, то есть задолженность жителей. Платежи у нас происходят через платежного агента Мособлуир. Соответственно, ресурсоснабжающая организация денежные средства жителей получает напрямую от Мособлуир и не аккумулируется на счетах управляющей компании. В прошлом месяце мы провели обширную работу с должниками, вызывали, приглашали, сами ходили к ним. Сложившуюся ситуацию обсудили и на совещании с руководством управляющей компании и Люберецкого водоканала в администрации городского округа Люберцы. С учетом того, что жители действительно не должны страдать, несмотря на то, что водоканалу законом предоставлена возможность ограничения подачи ресурса, было принято решение о полном водоснабжении данного жилого комплекса. При этом управляющей компании поставлена четкая задача изыскать резервы и погасить образовавшуюся задолженность. С ситуацией, почему эта задолженность образовалась, кто в этом виноват, в настоящий момент занимаются правоохранительные органы. Сейчас водоснабжение в домах восстановлено в полном объеме. По словам руководства управляющей компании, с неплательщиками начали заключать соглашение о рассрочке погашения задолженности. Однако до сих пор задолженность перед Люберецким водоканалом не погашена. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. На пересечении улиц Попова и 50 лет ВЛКСМ аварийная бригада Люберецкого водоканала произвела замену вышедшего из строя пожарного гидранта. Почему при обслуживании сетей водоснабжения им отводят особое внимание, расскажем в сюжете. Гидранты обеспечивают подачу воды для заправки пожарных машин. Когда счет идет на минуты, пожарные гидранты не должны подвести огнеборцев. Поэтому эти объекты пожаротушения на особом контроле. Проходим мы их два раза в год, весной и осенью. Вот. Проверяем с сотрудником пожарной охраны. Если вдруг гидрант неисправен или как бы находится в недоступе, там бывает колодцы закатаны. Естественно, сразу же реагируем, меняем гидранты, обновляем привязки, собственно, указатели, чтобы сотрудники пожарной охраны находили их быстро. Чиним люка как бы на гидрантах и следим, чтобы за их состоянием. Дважды в год каждый гидрант проходит тщательную проверку сотрудниками МЧС и Люберецкого водоканала. Выявленные недочеты аварийная бригада устраняет в кратчайшие сроки. Если вдруг машина пожара не сможет заправиться, это чревато, естественно, гибели людей. Стараемся менять гидранты постоянно, следить за ними, проезжаем. Проводится проверка каждый период. Проверяем состояние рабочего гидранта, как он работает, сливается ли вода с него со ствола, чтобы зимой не замерзало. На балансе водоканала 574 пожарных гидранта. По результатам плановой проверки все в рабочем состоянии. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В центральной поликлинике Люберецкой областной больницы появится новое рентгенологическое оборудование. В специальном кабинете уже провели демонтаж старого оборудования и усилили перекрытие в местах установки аппарата. После завершения капитального ремонта установят современный аппарат для проведения рентгенологических исследований на 3 рабочих места. В прошлом году нам был установлен новый рентген-аппарат, который вы видите сейчас, цифровой. А в настоящее время ведется капитальный ремонт помещений для замены и установки нового рентген-аппарата, который нам улучшит доступность рентгенологических исследований. Благодаря этому аппарату мы сможем выполнять в том числе эндоскопические исследования. Такого тяжелого оборудования, инновационного, у нас будет установлено в этом году на 5 поликлиниках. Мы следим четко за каждым объектом, за каждой поликлиникой, как проходят работы, какие есть риски, чем нужно помочь. И совместно с коллективом нашего здравоохранения эту работу выстраиваем так, чтобы к концу года в каждой нашей поликлинике это оборудование появилось. Полицейские сотрудники администрации и народные дружинники провели очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли около станции Люберцы.
Добрый день. Добрый день. Где самый? Ухтомский отдел полиции. Будьте добры, пожалуйста, разрешение на торговую деятельность и документы, сверяющие личность вашу, соответственно. Ну, личность есть, да. Разрешения не оказалось, и полицейские на месте составили протокол об административных правонарушениях. Несанкционированная торговля прекращена, а самовольно установленные прилавки вместе с продукцией изъяты и отправлены на ответственное хранение. Только с начала лета на территории обслуживания Ухтомского отдела полиции выявлено более 50 фактов незаконной торговли. Люди, занимающиеся данной деятельностью, осуществляют свою реализацию без соответствующих сертификатов качества. Также места под установку они выбирают, к сожалению, нарушающие требования безопасности, нарушающие всем требования санитарных норм. В городском округе Люберцы прошел рейд по контролю соблюдения миграционного законодательства. Проверка прошла по поступившим обращениям от жителей в многоквартирном доме в Октябрьском. Наша съемочная группа была на месте и подготовила репортаж. Дом номер 3 по улице 60-летия Победы печально известен в поселке Октябрьский. На протяжении нескольких лет он является местом паломничества. Пятница – время коллективного намаза. У окна на первом этаже специальная лестница. По ней один за другим мужчины проникают в молельню. Жителей дома такая картина, естественно, не устраивает. Об этом они пишут в соцсетях. Нет комментариев. Проводить такие мероприятия в жилом доме. Приходя домой, люди хотят покоя. Квартира – это не мечеть и не молельня. Так ко всему они еще и жителям мешают. Жалобы жителей дошли до администрации и полиции. В местной религиозной организации начались систематические рейды силовиков. Вижу, что ведется работа. Здесь замглавы находятся, здесь находится спецпук, здесь находится народная дружина. И мы рады, что на нас обратили внимание. Проверки регулярно проходят в Октябрьском. И везде они проходят у нас по поселку. Все места такие закрываются у нас очень быстро все делается, оперативно. Я присутствую уже не один раз, когда приезжают власти, общественники, администрация городского округа Люберцы и проводят такие рейды для профилактического воздействия. Буквально на прошлой неделе у нас тоже был такой же рейд, я тоже присутствовала. По этому адресу проводим рейды каждую пятницу. Проверяем, чтобы все граждане, которые присутствуют, были с документами и в соответствии с требованиями. В результате рейда силовики проверили 136 человек. 32 иностранных гражданина не смогли на месте подтвердить законность нахождения в России. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В жилом комплексе Егорова парк появится детский сад на 285 мест. На каком этапе строительства находятся объекты, когда там будут слышны голоса малышей? Подробности далее. К строительству детского сада приступили в мае. Фундамент готов. Рабочие производят монтаж вертикальных монолитных конструкций первого этажа. Мы реализуем комплексный проект. Здесь строятся и дома, и школы, и будут у нас МФЦ возведены, и спортивный комплекс. В настоящее время мы находимся на площадке детского садика. Заканчиваем строительство одновременно со строительством домов, чтобы комплексно завершить этот участок и перейти на следующий. Работа проходит в соответствии с графиком, и нет никаких сомнений, что объект будет введен вовремя. Это будет современный детский сад, оснащенный по всем современным технологиям. Уже осенью каркас трехэтажного здания сада будет готов. Здесь обустроят 12 групп, игровые комнаты, спальни, музыкальные и физкультурные залы, медпункт, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога. Дошкольное учреждение примет воспитанников в третьем квартале 2026 года. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Учреждения образования городского округа Люберцы проверяют перед стартом нового учебного года. Контроль за тем, чтобы дети пришли в чистые, благоустроенные и безопасные школы и детские сады, осуществляет специальная межведомственная комиссия. Наша съемочная группа присоединилась к ней во время очередного обследования. Дошкольное отделение номер 3 26-й школы сегодня объект внимания межведомственной комиссии. Его посетили представители нескольких надзорных органов. Сотрудники ГАИ, МЧС, полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и администрации. Оценка готовности учреждения образования началась с улицы. Затем группа инспекторов проверила все помещения детского сада. По линии госавтоинспекции замечаний выявлено не было. Уголки безопасности дорожного движения имеются. Минутки безопасности с детьми –
будут проводиться в установленном порядке. Каждый участник комиссии обследовал детский сад по своей части. В конце встречи подведение итогов. О результатах проверки докладывают главе городского округа Люберцы Владимиру Волкову. В мае проводили плавную проверку, поэтому все работает все в штатном режиме. То есть готовы? Да, готовы. С сентября всех принимать детишек, учить, готовить к школе и подтягивать. Ясно? Если замечаний нет, тогда все оформляем как положено. Да. Акт готовности у нас все как полагается. Да. Приемка учреждения образования стартовала в городском округе 15 июля. Объем работы предстоит большой. Членам межведомственной комиссии необходимо обследовать 181 здание. На сегодняшний день план выполнен более чем на 70%. Где-то высказаны были замечания, и сейчас эти замечания устраняются. Сроки на самом деле у нас остаются совсем сжатые до 15 августа. Мы должны объехать всей вот этой большой комиссией каждое учреждение, каждое здание обойти, проверить, начиная от подвального помещения, заканчивая чердачным, если таковые имеются в здании. За один день межведомственная комиссия проверяет 8 зданий. Кроме школ и детских садов, они инспектируют учреждения дополнительного образования в сфере культуры, а также средние учебные заведения. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Пациентка Московского областного центра материнства и детства родила вторую дочь ровно в тот же день, что и первую, только спустя несколько лет. Случайность это или точный расчет, узнал Богдан Колесников. Дни рождения обеих дочек семья Калугиных теперь будет отмечать в один день, 28 июля. День в день, только 3 года спустя, в этой семье на свет появилась еще одна девочка. 3 килограмма 430 граммов и 52 сантиметра родительского счастья. В нашей семье произошла удивительная история. Первого ребенка Еву я родила 28 июля 2021 года в Люберецком роддоме. И так получилось, что спустя 3 года, 28 июля 2024 года, у нас родилась вторая дочка Кира. И думаю, года через 3 придем за третьим. Надеюсь, будет мальчик. Возможно, также получится родить 28 июля. Людей, рожденных в один и тот же день, но в разные годы, называют астрологическими близнецами. Калугины уверяют, что к математическим расчетам не прибегали. Просто очень хотели второго ребенка. Подобный случай в Люберецком роддоме не единственный. Такое же событие произошло 10 лет назад. 3 рожала женщина с перерывом в 2-3 года. И что удивительно, все 3 детей родились в один и тот же день. Причем не просто в один и тот же день, а именно 14 февраля, день Святого Валентина. Если первый раз, ну так, все улыбнулись, как вот праздник, второй раз удивились, а третий раз все обалдели просто. Богдан Колесников, Эдуард Целуйко, телеканал ЛРТ. В Центральном парке Люберец прошел ежегодный фестиваль «Счастье вдвойне». Виновниками торжества стали семьи с близнецами, двойнями и тройнями. Мероприятие организовало сообщество «Мама офлайн». На празднике работала наша съемочная группа. Сообщество активных мам Люберец «Мама офлайн» в 8-й раз порадовало жителей ярким праздником. Ежегодный фестиваль «Счастье вдвойне» прошел в округе. Началось все с того, что я мама сама близнецов, моим мальчикам уже 9 лет. И когда им был годик, я попала в это сообщество. И вот так пришел этот праздник, я решила собрать мам особенных таких вот деток, да, которые счастливы вдвойне, на одной площадке, посмотреть, сколько их у нас в городе. Родители отдыхали и обменивались опытом воспитания, а дети развлекались с аниматорами. У Светланы и Андрея Маркеловых 5 лет назад в один день родились двойняшки – мальчик и девочка. Такой случай еще называют «королевская двойня». Это невозможно объяснить. Просто я всегда знала, что у меня будет двойня. Ну, когда я задумалась, что пора детей, да, там это, я просто, ну, еще всегда шутила и говорю, а у меня будет 2 – мальчик и девочка. У нас все, у всех в семьях по одному ребенку. Спасибо большое. А тут вот получилось двойня. Это великое счастье, прям словами сложно передать, как это все было. Но были удивлены. Я был очень сильно удивлен и в шоке от радости. Фестиваль состоялся в рамках программы губернатора Московской области «Лето в Подмосковье». Всего в парке собралось более 50 семей. Для них прошли творческие мастер-классы и концертная программа. Детям раздали подарки. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.
В поселке Жилино-1 открыли новую детскую площадку. Появление игровой зоны стало возможным благодаря жителям, которые написали письмо в администрацию президента России. Подробности далее. Такую детскую площадку в частном секторе встретишь нечасто. Раньше здесь была заброшенная территория с самодельными качелями и игровыми элементами. Сейчас это современное, комфортное и безопасное место для досуга на свежем воздухе рядом с домом. Мы постарались подготовить площадку для всех возрастных категорий. Да, здесь есть и такие интересные лазилки, и комплекс многофункциональный для детишек. И самое главное – безопасное резиновое покрытие. Также здесь в любом случае будет освещение и видеонаблюдение. Обустроить детскую площадку удалось за месяц, а предыстория ее создания началась в октябре прошлого года. Жители поселка обратились в приемную президента. Участок рядом с 82-м домом включили в программу формирования комфортной городской среды. Детишек много вокруг, и как бы собрались жители и решили, что нам действительно здесь нужна площадка. Хотели модернизации, потому что везде по району современные красивые площадки, и хотелось, чтобы на наше место тоже обратили внимание. С открытием новой игровой зоны детей и их родителей поздравил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Хорошее настроение, погода хорошая. По поручению президента площадка установлена в этом месте. Ну и я думаю, что все ее, конечно, исследуют чуть позже. Все проверят, как работают все элементы. Ну и, конечно, наберутся сил. Приятным бонусом стало угощение главным летним лакомством. Новые игровые элементы ребята тестировали вместе с аниматорами и сказочными персонажами. Площадка, ну, классно. Лазерки, горки. Да, красиво здесь. Особенно, когда праздники. Мне нравится эта площадка, и здесь очень круто повалить лето. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Центральном парке прошла зарядка в стиле ушу для всех желающих. Зарядка в стиле ушу на свежем воздухе прошла в Люберцах впервые в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье». Тренировочным процессом руководили чемпионы мира Исмаил Алиев и Наталья Голоухова. Спортсмены рассказали участникам об основах китайского боевого искусства, а также продемонстрировали базовые приемы и техники. Сегодня организовали такое мероприятие, это, так скажем, больше она как зарядка, и, соответственно, познакомиться с таким видом спорта, как ушу. Это, получается, древний китайский вид спорта, он разделяется на ушу и ушу санда. Я представляю, санда – это боевая техника, ну, где применяются руки, ноги, борьба. Это очень динамичный, быстро и мало травмируемый вид спорта. Нам очень нравится сильно! Офигенно! Песня «Бегу Петру»! А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и на сайте lrt.tv. До свидания!